Ну, в первую очередь, поздравляю с победой. Спасибо всех нас. Всю команду. Очень важная победа для команды, для всех болельщиков. Может, первый вопрос по игре, комментарий. Нам трудно сейчас говорить об игре, с происходящим. Как бы здорово, что мы выиграли, все потерпели. Конечно, Борис сегодня очень хорошо играл, было очень моментов много. Спасибо нашему вратарю Якубу, дал нам шанс. Набираешь форму, пропустил начало сезона, сегодня забил потрясающий гол. Чувствуешь, что возвращаешься к оптимальной кондиции? Спасибо за поздравления, но рано говорить о какой-то пользе команде. Видно, что сегодня удалений нахватало, и спасибо нашей бригаде меньшинства. Большое спасибо, что они выстояли. Так бы было не очень приятное ощущение сейчас. Борис становится принципиальным соперником для автомобилиста. Мы прервали победную серию в прошлом сезоне, в этом году мы прервали серию из поражений. И мы с ними встретимся еще 5 раз в этом сезоне. Какое вообще впечатление от этого противостояния вашей команды? Ну, очень хорошая, быстрая команда. Я думаю, это хороший тест для нас в дальнейшем, чтобы мы играли в такой же быстрый хоккей, комбинационный.